Всем привет, вы на канале Аквабанка, кто не подписался, подписываемся, ставим лайк, колокольчик и будем смотреть видос. А у меня вопрос снова по теме биологии. Кто понимает в этом деле, хочу спросить, кто может знает за жаберных сосальщиков? Получается, вот эти товарищи у меня, Полинезия велифера. Вот это у нее постоянно, она вот под верхом, постоянно вверху. Вот как понять, есть у нее этот сосальщик жаберный или нету? Или может это ее физиология, что она под верхом постоянно? Вот они поднимаются, им как будто не хватает вот это самого рождения. Получается вот так вот. Не думал, я не мал, у меня самичика, а такое ощущение. Самичек, вот он самичек, о, с геноподием самичек, вот такие вот дела, и вот это постоянно под верху. Напишите, пожалуйста, может кто что-то знает, может если я еще левомицетином не кормил, напишите, будь ласка, в комментариях. И такой вот, это тоже проблемка у меня была, что затянуло чуть рыбок, какая-то инфекция, но фурацилин накинул сюда, метиленовый зеленый добавил, а малахитовый зеленый, и добавил я фурацилина таблетка, короче, долил я, подменку сделал. И вот это думаю, не начать бы нам футбол. Так вот, такая интересная ситуация, как бы химарь я добавил, химарь находится в воде по-любому, он еще не вывелся. Он долго находится здесь. Так что думаю, чем покормить. Ну, либо что-то внести. Я знаю, в Рике есть средства, как этих сосальчиков жаберных. Так что такие вот дела. Вот это мне нравится, когда вот этот меченосца, вот этого флагового. Все хорошо. Да. Так что. И, скорее всего, за мотыль хотел уже сказать, мотылем кормил здесь, и малька, мальку ничего. Скорее всего, от этих рыбок, наверное, чуть-чуть подзаразились. Хотя, опять же, лед с полимией непонятно, может, нитраты так опять. Ну как, лимия жива-жива, а может, просто от старости она умерла. Она реально у меня год. И непонятно, сколько тоже ж может. Там она живет, в принципе, 2-3 года. А температура у меня теплая получается. Ну то, может, она от температурки просто дуба дала. Ого, 31 градус, видите? Ну, опять же, плюс врет там этот обогреватель. Ну, а как рыба? Ну, вот так вот, в принципе, что еще сказать? В принципе, так, как-то так. И кто, может, еще знает по растениям? Вот я покупал папоротник. И он у меня что-то вообще как-то распадается, что-то раскисает, а что с ним? Но опять же, может, это надводная его форма, может быть же такое. Вот. Ну, детки пошли, это радует. Может, что где-то заваляется. Так. Всем спасибо, вы были на канале Аквабанка. Вроде рыба куча, целый аквариум, но мало, все равно мало. Что здесь? Ну, вот так, если посмотреть, ну, что здесь? Да уж, ну... По растениям еще хотел показать Ване, аквамену я вырвал, но все равно у меня вот эхинодорус никак не цветет. Вот лимия, опять же лимия тоже, вот так Деды Морозы вот этот выпадал. Так что, о. Такой вот видос. Всем спасибо. Всем добра. У кого есть? С турицом капанамская. Тыч. Зависла. Бородач.
Лайк, подписка, колокол.